Обратного пути нет. Я не понимаю тебя. Протосы никогда не простят мне того, что я сделала здесь. И если у них поубавилось страха, когда я стала человеком, то теперь они снова начнут бояться меня. Но я не буду ждать, когда они придут за мной. Я ударю первой. Левиафан может по твоему приказу совершить перелет к другой планете. Всем привет, это Андрей. И мы продолжаем проходить игру StarCraft 2. Повелиться Роя. Дело сделано. Золотая Армада никогда не узнает, что мы здесь были. Хорошо, что этого Протоса больше тут нет. Было сложно терпеть ее псионное присутствие. Она умерла, пытаясь спасти своих друзей. Достойная смерть. Какая разница, как она умерла? Я убью любого вставшего на моем пути. Но это не значит, что мне нравится убивать. Неужели даже смерть Арктура Менгска не принесет тебе удовольствия, королева? Хватит разговоров, Иша. Так, ты нам что-то можешь еще поведать, дружок? Ты поместила паразита в тело Протоса. Да. И что? Умно. Предусмотрительно. Протосов нельзя заразить, но можно внедрить чужеродный организм. Происхождение паразита неизвестно. Это я его создала. Не только ты можешь манипулировать генами. Неожиданно. Продолжу работу. Ну ладно, похоже, со всеми поговорили. Вперед. В правильность того имени. По-моему, это он. Зератул. Тебе нужно. Поверь. Керриган, я был там, где все началось. Перед тобой Зерус, родная планета Зергов. Именно тут Темный нашел их и изменил. А еще остались истинные, изначальные зерги. Они сражаются. Убивают. Эволюционируют. Тот же путь предстоит и тебе, если выживешь. Чар долго служил главным ульем Роя в секторе Капрулу. За контроль над планетой сражаются силы тиранов и зергов. Чтобы объединить разобщенный Рой,
тебе придется завоевать чар. Сначала тебе придется сразиться с вышедшей из повиновения матерью стаи Загарой. Она не отдаст свою стаю без боя. Зерус, родной мир зергов. Он находится далеко за пределами сектора Капру. Керриган, ты должна отправиться на эту древнюю планету, изучить ее тайны и впитать ее силу. Ну, это более интересная, чем та штука, чем то задание. Как-то на чар меня не тянет. Ну, посмотрим, что здесь. Сила Зеруса привела тебя сюда. Меня привело желание увидеть, как умрет Менгск. А зерги помогут мне уничтожить Кархал. Ты должна дать Зерусу изменить себя. Приближается великая битва, и у тебя осталось мало времени. Я ничего никому не должна. Твои пророчества не для меня. Но ты сделаешь все, чтобы отомстить. Все. Этого достаточно. Я смотрю на Зеру с глазами моих надзирателей. Изначальные зерги невероятны. Кажется, они не стареют. Все живые существа стареют. Даже зерги. Но они поглощают чужую эссенцию. Постоянно эволюционируют и не умирают. Если только их не убьют другие изначальные зерги. Верно. Самые опытные охотники среди них должны быть невероятно старыми. И невероятно опасными. По-моему, посмотрим, что этот парень нам тут расскажет. Что ты думаешь об изначальных зергах? Динамичные, разнообразные, интересные, беспорядочные, бесперспективные. А я думала, они тебе понравятся. Постоянное развитие ради убийства других. Изначальные зерги хорошо реагируют, импровизируют. Есть хорошие гены, можно заимствовать. Зерги роя. Эффективные, с продуманным развитием, доминирующие. Вот такое. Подвид таракан готов к улучшению. Обнаружен исследовательский комплекс протосов. Проводимые эксперименты полезны для роя. Нужно уничтожить протосов, получить результаты экспериментов, улучшить рой. Давайте сходим на это эволюционное задание.
Планета Кантор. Обнаружена секретная база протосов. Много подопытных образцов. Захваченная многоножка – опасный паразит. Что ж, почему бы нам не дать ей порезвиться? Паразиты внедряются в хозяина, затем вырываются из его трупа. Эссенция должна достаться нам, не протосам. Эссенция получена. Интегрирую генетический код паразита. Подвид труповик. Вживляет труплинга паразита. Вылезает из вражеского трупа. Вперед! Не щадите никого! Пусть труплинги первыми атакуют противника. Протосы уничтожены. Эссенция многоножки получена. Планета Мелус-4. Среда стимулирует эволюционное развитие. В прудах развиваются микроорганизмы.
поколения тараканов поглощали жидкость. Дисфункция органов. Погибали. Выжившие адаптировались, вступили в симбиоз. Новый подвид кислот готов к бою. Я чувствую присутствие протосов. Посмотрим, каковы эти новые тараканы в бою. Подвид кислот. Едкая слюна покрывает противника, замедляет движение, замедляет атаку. Механизмы не работают. Не могу от... Нужно сосредоточиться. Кислот готов. Протосы уничтожены. Нужно подготовить генетический код. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Ну давай. Мне больше понравились... Генетический паразиты. Код готов к интеграции. Жду решения. Эволюция завершена. Почему ты помогаешь мне? Ты должен ненавидеть меня больше всех. Силнага желают, чтобы ты вновь возглавила рой. Ты знаешь, я не верю в твои пророчества. Неважно, веришь ты или нет. Я служу высшей цели и заработал ненависть протосов. Избавь меня от этих жалостливых речей, Зератул. Каждый сам делает свой выбор. Я смирился с этим. И когда наши дела будут закончены, я вернусь к своему народу и предстану перед судом. Все мы однажды ответим за свои дела. Думаю, твой час почти настал.